Салют, друзья! С вами снова Татаргейм. Мы с вами будем выживать сегодня в Эволэндс. Это будет вторая часть, ребятки, прохождения Эволэндс, РПГ. Напоминаю, да, мы играем с вами за воина. Там уже, по-моему, у нас шестой или седьмой уровень. Так, ящички нам сразу же со старта. Довольно-таки, на самом деле, да, интересная игрушечка. Странно, да, что мало людей смотрит из... моих подписчиков, но там понятно, там заточено под другое, ну да ладно. Так, я буду рекламки тут вырезать, сразу говорю, да, чтобы нам не ждать, а мне плюшки получать. Это будет намного удачнее. Итак, напоминаю, да, здесь можно выбрать из трех героев одного, то есть это воин, там, по-моему, мечник и маг. Но вот мы выбрали попроще вариант. Ну, вообще, в принципе, очень много людей, да, начинают играть за воина, потом, может быть, уже начинают за других. Ну вот, я, насколько знаю, чаще всего начинают с воинов. Я лично никогда за магов особо не играл. Так, короче, нам надо плюшки всякие попродавать. То, что нам нафиг не нужно. Вот, допустим, мне посох зачем-то дали. Без понятия. Но я не маг, зачем мне посох давать? Вопрос. Так, кстати, да, нам еще топорик боевой дали, довольно-таки неплохой, там по урону, кстати, нормально выдает он, прям четко. Вот нам бы их еще парочку таких бы найти, чтобы улучшить его, было бы неплохо. Так, по настройкам, ребят, ничего тут абсолютно вы не настроите по управлению, сразу говорю, да, звук, музыка тоже, ее только можно выключить, либо включить, тише не получится. Поэтому как-то так. Не знаю, как стримить эту игру. Кстати, да, насчет, ребят, локаций. 4 локации, оказывается, у нас будет. Я все думал, что одна. Вот. И, ну, я надеялся, что еще будут локации. И все-таки нам повезло, да? Еще 3. Но, опять же, блин, игрушка весит минимум. И поэтому я удивился, на самом деле, что еще локации есть. Так, последний раз, да, ребятки, мы заканчивали тем, что взяли задание убить тролля. Кстати, можно и дружить. Также, да, я вступил в группу Discord по этой игре. Там есть на разные языки отдельные, да, вкладочки. То есть можете спокойно, да, заходить, выбирать русское комьюнити и там с ребятами общаться. В общем, там ведутся какие-то наборы в альянсы, в кланы. Блин, на самом деле намного интереснее, чем я ожидал. Вот, потому что я думал, ну, может, просто типа степами бегать. Нет, здесь еще и можно дружить, отправлять друзья заявки. Вот, также, наверное, можно айдишку, допустим, своему другу отправить и... как-то задружиться. Ну, блин, круто, круто. Как это потом будет реализовываться, я без понятия. Можно ли будет тут строиться, тоже без понятия. Но где-то же альянс должен обитать, да, либо клан там. Так, короче, все продаем нафиг, в принципе. Некоторые вещички мы оставляем, да, потому что я ими не могу пользоваться. По причине того, что у меня еще уровень, да, только вот седьмой. Ну вот, восьмой получим, и можно будет там амулетик один получить. Так, боевой шлем берем и легкие сапоги. Так, я надеюсь, я это могу одеть. Нет? А, шлем, походу, тоже нужно восьмой уровень. Да, восьмой уровень мне нужен, чтобы я шлем мог одеть. Ну, не беда. Сапоги уже на ногах. Кто, ребятки, начал играть, либо играет в эту игру, напишите, как оно вообще в дальнейшем. Вот насчет клана, допустим, да. Потому что там, ну реально, в этой группе там ребята собирают людей. То есть, скорее всего, здесь можно толпами бегать. Ну, попробуем в этой серии с кем-нибудь задружиться. Не знаю, что получится из этого. Но попробовать стоит. Короче, я где-то перемещения какие-то, да, буду вырезать, поэтому без обид. Ну, реально, неинтересно, как я, допустим, до задания бегу. Ну, 600 метров, прикиньте. Вот. Поэтому, соответственно, я буду кусочки вырезать. Ну, и тем более, чтобы не сильно длинный, да, получался у нас
ролик, смотрите, сколько топать, 500 метров. Поэтому увидимся там. Так, дотопали, в общем, мы до места. Напоминаю, да, нам здесь нужно хлопнуть тролля, падшего тролля. Вот как раз он у нас синенький такой. Естественно, мы его сейчас будем разбирать. Но это не такой жесткий, конечно, как падший орк или как-то так. Там вообще, кто смотрел прошлую серию, просто меня вынесли на изи, блин. Он просто одним ударом меня убил. Так, кстати, еще, ребятки, смотрите, режим PvP разблокирован. Я там еще видел, да, что режим PvP есть. Я думаю, мы либо застримлю я это все дело, либо же я сниму серию, да, про PvP. На самом деле интересно, что они там реализовали и как это все будет. Так, ну тут орки. Я чисто так хочу посмотреть, что здесь еще есть в этой пещере. Так, надубасили. Слушай, ну 8 уровень, смотрите, я уже на каске, вообще бешеный тип. Вооружен и опасен, тем более у нас топорик боевой, дерзкий. Кстати, поскольку он урона-то наносит, я что-то даже и не глянул. Но больше, во всяком случае, чем у меня был, хоть и тот уже 2 уровня. Так. Ой, что за циферки? Блин, нифига, опять, смотрите, возродился. Ну, кстати, на вот этих вот чувачках, мне кажется, можно опыт нормально набивать. Сейчас посмотрим, сколько нам за него дадут. Что-то не очень много, да, там? 500 с чем-то, да? Не наш вариант. Набивать, апать левел на таком чудике... Ну, в принципе, он как бы быстро возрождается, и тем более здесь еще челики постоянно ходят. Я думаю, просто в пещерку зашел, минут 15 потратил, да, и у тебя там 1-2 уровня ты апнул, ну, в зависимости от вашего на данный момент уровня. Так, портнулись, да, мы обратно в нашу деревушку. Так, ну что, давай плюшковину, блин, чувак. Так, ящичек. Рекламку, да, ребят, вырезаю. Ну, мне нужно плюшки. Вот. Ну, а вам зачем эта реклама? Опять посох, прикиньте, опять посох, черт возьми. Они мне столько барахла дают ненужного, да, там, на других персонажей, которыми я не могу воспользоваться. Напрягает. Так, вот нам бы, конечно, еще бы пару топориков реально этих вымутить. А хотя, там еще один нужен. Блин, ну, 2400, это дофига делов. Дорого очень. Так, это мы продаем. Продаем. Чуть-чуть, вы смотри, да, урон 14,8. Вообще просто. Ни о чем. То ли дело у меня сейчас вообще редкий. Смотрите, да, то есть я так понимаю, если есть синие, да, редкое оружие, значит, скорее всего, есть легендарное и мифическое. Ну, я так предполагаю. Наверное, еще есть что-то зелененькое, но оно сделано, типа, просто серенькое, ни о чем. Но в дальнейшем, естественно, мы будем смотреть, как это все. Смотрите, народ сколько. Короче, вот тут на касочку, да, вот у другого персонажа нажимаешь, и ты можешь с ним закинтоваться. Ну, вот видите, над жизнью сверху, там такая кнопочка, ну вот, нажимаешь, и вы дружите. Ну, если он согласится, конечно. Так, ветряных мельниц. Ребят, ну это такое задание, да, простецкое. Скорее всего, я его тупо просто вырежу. Поэтому без обид, ну реально, наверное, не очень интересно будет смотреть, как я мельницы. Ну вот, в принципе, да, мы все разблокировали. Ничего сложного абсолютно. Сейчас вот, я не знаю, второй день, да, играю. Интересные вроде, да, такие задания, но они простые, очень простые. Это, видимо, вот эта вот первая локация такая вот будет простецкая. На следующую локацию мы перейдем. Мне кажется, там будет вообще по жести. Еще вопрос, можно ли будет между локациями двигаться.
либо же мы просто, да, там эта история будет закончена, мы переходим к следующей. В общем, посмотрим, да, как это здесь реализовано. Берем еще одно задание. Что он хочет от меня? А, скелетов, да, убить кровавых скелетов. Изи, 12 штук. Это, наверное, красные, да? Красных скелетончиков-то мы уже с вами видели. Так, ну вот они оранжевым подсвечиваются. Это мы уже знаем с прошлой серии, да? Тут есть, да, моментами, что он прям показывает, где там, допустим, чудище какое-то находится. А, допустим, вот если что-то такое мелкое, да, там убить орков, либо убить скелетов, вот такими вот оранжевыми штучками на карте обозначается. А, не, не красные, смотрите, я думал, красные будут. Естественно, разваливаем будки. Топорик вообще могучка. И вот это у меня, кстати, вот супер удар вот этот. Вообще тоже прикольно. Они когда тебя окружают, ты, получается, всем урон наносишь. Ну, естественно, тебе просто потом по плюшке каждому, ну, если они не сильные, да? Не сильный противник. А вот, допустим, скелетики. Там просто каждому по плюхе раздаешь потом и все. Так, ну что, а, ну мы уже еще один левел апнули, ничего себе. Но с каждым уровнем будет все сложнее, мне кажется, его набирать, в принципе, как и в остальных играх. Такого жанра. Ну, на самом деле, да, я как бы, я напомню, я не любитель таких игр. Вот, но это интересно, во всяком случае. Потому что есть... Я их просто не люблю, и она еще и плюс неинтересная. Вот, ко всему прочему. А здесь что-то бегаешь, что-то кого-то колбасишь, то есть у тебя нету такого, да, там, что ты куда-то очень долго идешь, что-то быстренько сделал. Здесь как-то локация такая, все рядышком, чик-пык. Так, хочется с вами поговорить. Окей, сейчас поговорим. Нифига до него топать. Ладно, сейчас пойдем сходим. Спросим, что надо ему. Ну, не знаю, симпатичненько, конечно, с учетом, опять же, что это мобильная игра, ребят. Вот, смотри, я уже сереньких просто с одного раза вношу. Так, вот здесь вот я, кстати, бегал, здесь эти тролли здоровые. Так, это кто у нас? А, это просто разбойники. Вон там вон тролли здоровые ходят. Короче, по одному их еще можно выносить. Мне хватает силы и жизни. Вот, а когда они втроем подбегают, меня тут чуть не размотали разик. Поэтому здесь будьте аккуратней. Ну, кто играет? Потому что они так-то довольно-таки неплохо раздают. У них они урона много наносят сразу же. Так, орки, что вы тут потерялись вообще? Что они здесь делают? Так, сейчас мы придем, возьмем заданица. И сделаем его, естественно. Смотрите, рыцарь какой-то, да, нам сейчас будет. Какую-то тварь надо хлопнуть. Ребят, напоминаю, да, я не особо там вчитываюсь, я моменты главные. Надо, тварь, вот. Убить искаженную тварь. Все просто. Столько лирики лишних этих слов. Но по большей части это чтобы вас больше, да, вовлечь в игру, да, чтобы вы больше проникались этим сюжетом, да, чтобы вы как-то переживали за кого-то и так далее. Искаженная тварь. Ну, не шибко там прям что-то сверху. Хотел обманочку, я думал, он долго будет разворачиваться. Так, вообще изи, просто изи. Что-то мы там еще хапанули. О, у нас, смотрите, кстати, у нас доспехи теперь матерые. Сапоги можно, кстати, апнуть. Вообще круть. Так, ладно, пойдем заберем мы еще у него награды, помимо того, что мы получили с этой тварюги. Слушай, ну у нас уже боец такой, да, прям... Смотрите, матерый, у меня уже и касочка, и броня нормальная. Топорик вообще лютый. Можно, в принципе, идти крошить всех и вся.
Ну, мне интересно вот того орка завалить, короче. Ну, нифига, у него там, конечно, 3000 жизки. И еще помимо всего этого, там, блин, штук 10 орков рядом ходят вместе с ним. Я не знаю, это надо кента какого-то искать. Либо в несколько человек идти и разваливать. Ну, либо по заданке он будет в будущем. В общем, пока не знаю, но у меня уже как бы, да, на минуточку 2000 хпшек. Поэтому я уже не такой, да, как в прошлый раз. Там-то я вообще слабенький к нему подбежал. Просто он мне раз хлестанул, и все, я потерялся. Так, ну что, нам надо туда на мост топать. Прикольно, что еще задания не только с одной деревухи дают. То есть тебе надо будет еще по локации двигаться, набирать эти задания. И еще, да, такой минус, что нельзя несколько заданий взять. Мне, допустим, нравилось, да, в таких играх, то есть ты кучу заданий понаберешь, и ты уже потом ходишь спокойненько. Потом бах, пришел чисто, нормальный кэш снял. И все. И идешь там, что тебе надо, покупаешь, либо продаешь еще попутно. Так, что ты хочешь, друг мой? Пять древних свитков, да, надо найти. В принципе, я думаю, мы сейчас тоже это на изи выполним. Сейчас посмотрим. Во-первых, что за свитки, я не знаю. Может, я обрежу, ребят, поэтому я заранее предупреждаю, что может быть и такое. Если ничего такого сверх... О, нифига, махач. Айда поможем. Айда поможем чуваку. Так, Нокс какой-то. Помогли ему. О, нифига, смотрите, сколько скелетончиков. О чем стоит? Нет. Так, один свиток нашли. Один свиток нашли. Тут какой-то маг зарубается, что ли? Ну. Так, второй. Нам надо, в общем, 5, да, получается. Блин, я не удивлюсь, если там в пещере еще будет. Вообще не удивлюсь. Эти маги, короче, защищают, я понял, скелеты маги. О, вот, смотрите, в друзья чувак кинул заявку. Все, мы с ним кенты. Закентовались с ним. А, смотрите, вот, короче, просто игрок показывается таким, типа, как крестиком. А друг показывается шлемом. Видите, зелененький на карте. То есть, допустим, вы вот так вот друзьями с друзьями там закинтовались. И потом вы, допустим, видите, можно, кстати, если вы на одной локации увидели друзей, да, написали им, типа, ребят, помогите мне здесь, нужна помощь, там, завалить кого-нибудь, и все. И челики раз там быстренько все собрались и прибежали к тебе. Блин, прикольно. Ну что, здесь можно вот так вот взаимодействовать. А, вот эти вот, кстати, ребят, тролли, это, короче, вообще жесть. Ну, здесь мы вдвоем, я думаю, мы их сейчас размотаем. Хотя что-то у меня жизнь вообще уходит просто. Кентуха, помогай, блин. Давай, 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 чуть-чуть. Вы видели, 242. Блин, скелетов я не знаю. У меня сейчас скелет завалит. Было бы вообще эпично, да? Тролли завалил, и тут раз тебе скелетончик прописывает. Так, ну чё, пошли, кентуха, раз ты такой мне помощник. Амулетики. Урон 4. А тот что нам дает? Здоровье. Ну, здоровье лучше. И, кстати, от огня. У нас на 8% защита от огня. Тот амулетик круче. Так, нам надо к следующей. К следующему свитку осталось 2. Так, падший тролль, ходи сюда. Фига, он как-то не прогружается, то ли что, да, он это впереди где-то оказывается, друг мой. А куда он побежал?
он куда-то убежал, блин. Я думал, он мне дальше помогать будет. Так, нам как-то, нам, кстати, тут забираться надо. Здесь по прямой так не пройдешь. Слушайте, а он, смотрите, он побежал. Он что, знает, где свитки, что ли, находятся? Он по уровню слабже меня, он, скорее всего. Смотрите, он четко знает, где свиток. Кентама его не трожь. Он знает, где свитки находятся. Слушайте, может, допустим, если он мой друг, либо я его друг, он видит мое задание. Смотри, он четко туда бежит. Он не знает, куда бежать, по факту, но он туда бежит, к свитку. Блин, крутяк. То есть можно какие-то миссии совместно выполнять. Минуточку, это плюс. Не надо тебе в одинокого каких-то. Смотри, он четко туда бежит. Он не мимо бежит, он прям туда бежит. Ну это прикольно, реально, что ты вот так вот с друзьями можешь вместе взаимодействовать и выполнять задания. Допустим, либо вашему другу дали задание, либо... Что, его сейчас поубьют, блин. Дружок, лечись. Надо лечиться. То если его убьют, печалька будет. Так, золотишко. Он, смотрите, он четко знает, где свитки. Прикиньте. Значит, он видит, где свитки. Прикольно, прикольно. Так, что мы уровень апнули? Нам надо еще силы, живучести, скорости. Блин, вообще, короче, все. Блин, на что удача действует, я не пойму. Так, что тут за фигня? Ну-ка, скелеты, маги. Маги. Приправка. Так, слушайте, ну нам, наверное, если нам туда надо, мы телепортнемся. Нифига себе, я манал 500 метров бегать. Так, что у нас тут? Награда, отлично, отлично. Забираем. И еще плюс забираем этот ящичек. Колечко, колечко, кольцо. Сейчас мы улучшим, кстати, его. Нам можно улучшить колечко. Так, давайте сейчас посмотрим задание. Задание. Ну, либо уже, наверное, не будем брать, потому что и так уже, да, ролик затянулся, мне кажется. Сильно длинный тоже нету смысла, не очень интересно. Вот то ли дело стримчик, допустим, да, если вместе пообщаться. В общем, что думаете насчет стрима, обязательно говорите. Ну, в общем, короче, вот такая вот у нас интересная, забавная серия была. Обязательно подписывайтесь, кто не подписался. Прожимаем, естественно, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Также оставляем комментарии, ставим лайки под видосиком. Сейчас посмотрим... Что? А, освободить жреца. Ну, это, короче, ребятки, реально мы будем в следующий раз делать. Спасибо, ребятки, всем за просмотр и пока-пока.